Тот самый Дед Мороз, спасибо огромное. Бывало и побольше. Вот видюхи спавнятся, вот где я сейчас забрал кулера. Разминает руки парень. Да, мне кажется, это стрим-снайпер, если честно. Что-то как-то слишком все просто. Ну-ка, покажи, кто ты. Братишка, давай вместе. Покажи, кто ты. Как насчет объединиться? Вместе веселее работать. Давай вместе. Лориан. Вместе веселее работать. Лориан, что-то знакомое, да, пацаны, или нет? Да ладно, погнали, братан. Да может это не стрим-снайпер, реально. Свинищу подрезал, а? Нужно глянуть, что там. Собирай добро, прикрою. Ой, господи, как же достал уже это все. Ну чё, бля, работаем, бля, работаем, бля, работаем, бля. Найс, челы ходят на таможку, кстати. Красавчики. Тут там мышь ебаная. Огребаешь, блядь! Проверь это. Почекай. Веселая, да, таможка? Зашибись. Стрёмное местечко-то, да? Это пожрать бы.
Все за мной! Мне хилка нужна. Новая. Конечно, тут пиздец, как не нравится мне. А выхода нет. Следуем за мной. Все за мной. Собирай тут все. Ты на луте. На месте. Давай, собирай всю хуйню. Блин, Лориан, что-то знакомое. Мне кажется, меня заснайпил чел просто. Ты ноги бы тут не сломать. Может быть и нет, хуй знает. А чё ты там ничего не собираешь-то? Иди лутай. Глянь, может что полезное есть. Со мной. Со мной! Ты на луте. Давай, собирай тут все. Давай, собирай всю хуйню. Почекай. Надо бы обыскать это. Ну, пизда-то, надо здесь пошариться мне. Нужно глянуть, что там. Так, что тут у нас? Что-то как-то тихо больно. Огонь на подавление! Нормальный чел, вроде адекватный. Тут видюха спавнится иногда. О, смотри, заебись, а тут добро какое-то. Опять, кстати, мы опять помогли ЧВК, у которого руки, короче, крутились, как в тектонике, шарите? Помните, у того чела тоже руки крутились, которого мы первого выводили, помните? Реально. Тут хабар.
Ладно, погнали. Следуем за мной! Кроем сектора внимательно, внимательно. Ай, пустовато здесь. Я бы мог его изи, но это... Тут надо пошариться. Проверь это. Не задерживаемся тут, что-то какое-то хуёвое место. Плотнее огонь, блядь! Блин, дикие еще эти. Только их не хватало. Открой дверь. Собирай добро, прикрою. Разделал нахуй, как бог черепаху, блядь. Блин, стою зря я так, меня же могут убить, нафиг. А джипа-то нет. Пойдем, братан, что? А у меня ключ есть от завода? Нету. За мной, блядь! Ну сейчас еще в Тарконе полутаемся, я думаю. Маза, проверим его шлем на рикошеты. Да не, на ютубчик ливанем эту каточку, а чё, ну, ютубчик любит такие, помощь, так сказать, нуждающимся. Программа «Помощь нуждающимся». А чё там, костёрчик горит? А, костёрчик есть, братан. Следуем за мной. За мной! Следуем за мной! Что он показывает, что у него нету? А, все, норм. Иди,